Слушай, 25-30 минут вы сейчас уделяете. Микрофон говорю, да? Причем? Да. 25-30 минут вы уделяете, тушите, гасите его сейчас. Я к тому хочу сказать, что по вашим поступкам, по твоим словам, по его прошлой конференции, где ты размахивался здесь ногами, тебе надо что сделать? Удалить или как? Или дать по ебальнику за твои вот эти? А? Вот пускай бы Лига вынесла свое решение меня удалить, я бы удалился. Не, это хорошо, удалит. Ты как себя ведешь? Что ты говоришь, Текила? Ты, блядь, свои провокационные слова там или что-то еще. Ты говоришь, сейчас краб для тебя закрыт. Или как, что ты сказал? Какие слова? Твои слова, когда ты уебать. Бля, я могу это в смысле доказать. Что ты хочешь сказать? Сейчас можно доебываться, до очень многих людей. Не, мне момент не прятни. Послушай, я тебе так скажу. Все, кто следит за Броуками, все, кто смотрит Броуков, в том числе мы, игроки, президент, мы одна большая семья, я не позволю вести себя так, как ты себя вел на той конференции. Я на конференции сказал, давайте поаплодируем Броукам. Я с тобой согласен полностью. И начал махаться с ним. Начал махаться с ним. Это наша ситуация. Блядь, это наш президент. Что значит наша ситуация? Я понимаю, это президент тебя оскорблял. Что? Президент тебя оскорблял нашу команду. Я про тебя узнал, охренел, как я только не называли. Блядь. Он тебя назвал чертом. Послушай, Олежка, твой выпуск, блядь, на ЧБД, блядь, тебя типа обосрали, блядь, с ног до головы. Ты там что-нибудь, ты там махался или что? Ну, блядь, ну что ты, блядь, ну заткнись, да, я говорю сейчас, блядь. Я тебе дал договорить.